Всем привет, друзья! С вами снова Римас. Решил сегодня немного побомбить ребятишек, которые находятся вот здесь вот, да? Нам самое главное сейчас долететь до Судова примерно. Ну, я, наверное, высоту буду держать 5000. А, не, можно, в принципе, чуть-чуть снизить до 4500, наверное, вот так вот, да? Ну, слишком тоже снижаться нельзя, потому что мы сможем потерять свои крылья и будем ползти потом с вами на танках. А это не хорошо. Так. В общем... Вот примерно вот так вот, да? Можно даже до 4000. Так, снизим скорость на тягу на 20%. Чтобы я как говорил, а то мы сейчас крылышки-то свои потеряем. И будет просто плохо. Так, ну вот так вот примерно нормально. Ага. О, вроде бы нормально. Ну, пока мы врагов не видим ни хера. Давайте поотмечаем их хотя бы так. Можем увидим кого-нибудь там. Не знаю. Нет. Нет, мы не видим ни хера. Ну, ладно. Сейчас хотя бы у меня вот бомбы такие 500-килограммовые, 3 штуки. Самое главное, чтобы мы смогли нормально. То есть там нас никто здесь не помечает у нас, да? Может быть, вот сюда отойдем, вот так вот. А вот мы видим кого-то. Не знаю, сейчас если мы бросим... Опа! Ну, одну я бросил, не знаю. Получится ли это, нет? Давайте мы пока с вами сделаем небольшой разворотик. А вот так вот. Я не знаю, я надеюсь, меня хорошо слышно, потому что здесь движок орёт вообще вовсю. И нихера ничего не слышу. Может быть, у меня голос... Ой, нас уже начинает бомбить. Ну вот она, наша бомбочка. А, летит, красавица. Летит, моя родимая. Я не знаю, правильно ли она летит или нет. Нет, скорее всего, мы сейчас не попадем ни в кого. Или... Попали! Попали, друзья, попали. Ну, не до конца. А, покоцали мы кое-кого там, ну, не знаю. А, плохая идея, конечно, 4000. Может быть, давайте снизим еще чуть-чуть скорость. Вот так вот. Сейчас, скорее всего, перехватчики попытаются нас перехватить, шатнуть. Ну, у нас тоже персонал так довольно прокачанный. Именно наши стрелки, которые находятся вот здесь, по бокам, сзади. То есть они у меня прокачаны почти в перфект. А, до эксперта. Я, правда, там... Немножко этих орлов-то заплатил. Ну, игровые денежки-то, которые я зарабатываю, когда вот летаю туда-сюда. Хотел вообще технику купить, ну вот пришлось мне вот чуть-чуть пожертвовать. Так. Ну, вот мы там, да, где-то сбрасывали, да, примерно вот здесь вот. Угу. Не, нам надо снизиться немного. Давайте еще раз разворотик сделаем. Это вот такой бомбардировщик, он вообще американского производства, но в свое время они поставляли Советскому Союзу во времена Второй мировой войны. Вот. Вот такая вот американская поддержка была Советскому Союзу. Ну, как бы поддержка, да? То есть они реально, то есть не просто за бесплатно поставляли, а за деньги. Вся эта война, все эти войны просто... пополняли кошельки всяким Рокфеллером, там, всяким этим ребятишкам, которые просто из-за океана затевают всякие плохие делишки и с этого получают хороший профит, как говорится, да? Так, наш народ, как всегда, страдает и покупает оружие, чтобы разбить другой народ. Понесло, конечно, мне в политику. Ну, ладно. Так, мы замечаем какое-то тело вот там, да? Понятно, по радару. Я играю в реалистичные бои. Какой позор. Враг перехватил инициативу. Это, конечно, не есть хорошо. Давайте вот сюда. Вот вообще, да, мы начали игру из-за того, что такая вот высота у нас огромная, высокая. Нам нужно... О, слышите, да? Сейчас мы крылышки-то свои потеряем. Если мы не перестанем снижаться так резко прям. А то будет просто... не есть хорошо будет просто. Отлично. 2,5, 2,400. Ну, 2,5, я думаю, высота будет нормальная. Ага, мы замечаем тут хвостик сзади. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, какой хороший мальчик-то хочет нас перехватить. Давайте мы его сейчас шатнем. Отлично, попали. Ну, давай, давай, родимый, давай. Отлично, отлично, отлично. Уходи, уходи. Плохой ты мальчик. Попадаем так немного, да?
Отлично попадание. Еще. Вот так вот, деточка. Ты что, не умираешь-то? У нас критическая... Ой, у нас перезарядочка, ребята, перезарядочка. И он нас добивает, и мы его добиваем. А перезарядка, конечно, не вовремя. Он вообще какой-то... Вот так вот. Прекрасно. Сбили, и он нас тоже сбил. Что ж, друзья, нам надо сесть. Да, мы горим, вовсю горим. Это, конечно, не ест хорошо. Я не знаю. Ой. Это мы так заглохли, да? Ну ладно. Так. Нас вообще штормит вовсю, как будто мы сейчас выпили. Если мы немедленно не вмешаемся, враг победит, да. Если мы не сядем, то нам капец будет. Вообще, смотрите, как красиво это все выглядит. Эффекты, крылышки, все дела. Ну, давайте спустим шасси. О-о-о, да, ну я, конечно, тут контролировать вообще не могу, и нас просто штормит вовсю и всю. Рима Стрем сбит игроком Макс. Ну, Макс, молодец. Хорошо ты, ну ты убийца, конечно. Нельзя так подходить сзади, слишком сзади надо, или сверху, сверху бочком, или снизу бочком. А лучше обычно делается сверху. Так, ну что ж, у нас есть три бомбы, это 500-килограммовые штучки, я их называю красавицы наши, потому что они довольно очень хорошие, разброс у них хороший, но, скорее, к сожалению, конечно же, их мало, как это обычно бывает, да, много, но мало, хорошего мало. Так вот, видим, мы там какое-то скопление танков, давайте мы сейчас туда бросим одну бомбочку, ну и, конечно же, отойдем пока. Пока бомба летит, мы можем зайти со вторым заходом. Самое главное, не приближаться к зениткам, которые находятся в нашем периметре, да? Так, можно даже чуть-чуть... Вот так. Отлично, техника уничтожена. Мы шатнули один танк. Это, по всей видимости, бот. Да, это бот. Ладно. Самое главное, не паниковать и следить за воздухом, потому что в воздухе сейчас могут даже вражеские истребители подняться и попытаться нас сбить. И потом в итоге получится так, что мы не будем летать, а будем ползти, как все на танках на своих. Вообще War Thunder я люблю, вот полюбил с тех времен, пока, ну, когда еще всего лишь были воздушные бои, и я сосредотачивал свое внимание именно на бомбардировщиков. То есть, не знаю, вот по жизни я такой, я люблю бомбить. Так, мы зашли во второй заход. Прекрасно. Так. Нам бы людишек поймать, а то мы ботов тоже как бы нехорошо. Не люблю я ботов. Вот здесь вот людишки по ходу дела. Да, это по ходу чебурек, да, человек там. Ладно. Сбросили, я думаю, мы даже и не попали. Хотя, смотрите, куда она летит. Смотрите, как она летит. Смотрите, как он хорошо летит. Ну, чуть-чуть, да? Хотя посмотрим сейчас, как... Отлично! Техника уничтожена. Чебурека мы сняли. Прекрасно. Давайте еще раз заходик сделаем. Отличнейший просто бросочек такой хороший. Мы с вами пока на первом месте, друзья мои. Мы одного чебурека убили. Ну, вернее, человека, да? И одну технику. Прекрасно. Так, у нас всего лишь одна бомбочка осталась. Пока хвостов я не замечаю. Наша команда перехватила, то есть прекратила захват. О, какой позор! Почему прекратила? Давайте, ребят, еще раз. Я просто воздух... То есть, смотрите, что я несу вообще? Наши ребята все же... Команда противника захватывает базу Б. Хорошо, сейчас мы туда бросим сейчас бомбочку в Б. Прям ровненько. Сбросим скорость. Выровняемся. Можно вот так вот даже сбросить. И идемте на Б. Сейчас Б попробуем шатнуть. Потому что противник пытается восстановить свое положение в своей базе. Наша задача, конечно же, это дело предотвратить. Так. Вот он, чебурек. Я его вижу. Ну. Yes, пошла. Пошел Аманжол, как говорится. Все, мы пустые, мы без бомб. Нам надо сейчас... Самое главное... Ой, вражеская уже захватили точку. И давайте посмотрим, как бомбочка-то летит. Я не вижу никого. Не вижу вообще танка. Непонятно, конечно. Да, в молоко. Последняя бомба ушла в молоко. Давайте сейчас мы попробуем с вами сесть. Перезарядиться.
и благополучно взлететь. Давно я, правда, не садился. Я играю в реалистичные бои, потому что в симуляторных боях там добавили такую штучку, то, что нельзя сразу на самолетах, а надо сначала танком там зарабатывать какие-то очки. В общем, я надеюсь, это дело поправят, потому что многим это не понравилось. Но, с другой стороны, разработчики объясняют тем, что приходится очень долго ждать, да, когда вы нажимаете симулятор бои. Потому что в наше время, к сожалению, все любят легкую победу. То есть, ну, там, маркировочно все, то есть, а в симуляторных боях там ничего не маркируется. И вы просто вам показывают, то есть вы должны сами уже, да, визуально распознавать врага, все его движения, там, ну и обычно ориентируюсь, когда враг стреляет, либо едет, да, там пыль такая за ним, ну, видно, что там танк едет. Так, у нас скорость 410, это очень плохо, нам надо сбросить свою скорость, надо еще вот такой разворотик сделать, потому что мы сейчас нормально здесь не сядем. Отлично, 42% тяга, отлично. Вообще, искусство летать, видите, вот, не получилось так, что я стал летчиком. Я хотел в свое время стать космонавтом, летчиком, испытателем. О, у нас хвост, смотрите, и он приближается к нам. Я надеюсь, он нас не вычислил, потому что в реалистичных боях и то, что я вижу, они меня тоже видят. Хотя у меня персонал довольно так нормально прокачанный. Продолжаем свои похождения, во. Так, у нас здесь высота вообще огромная. Давайте сразу же, ребята, снизимся хотя бы до 2000 километров. Как раз там все ребятишки соберутся в одну кучку, и мы их бомбанем с вами. Так, вроде бы здесь вот нормально, да? Самое главное, чтобы истребителей не было, а то многие пытаются нас шатнуть, к сожалению, да. И бывает, у них получается. Там отрывает нам крылья, либо хвостик. Так. Вернитесь на поле боя. Да, я специально это сделал, чтобы снизиться. Ну, вот такой вот у нас прапорщик злой. Мне говорит, типа, вернись на поле боя, душу твою мотал. Куда ж ты этот? Я в Америку полетел на Б-25. Ага, что там такое-то? Что за кипиш-то? Так, 607-то... Нет, ребятишки. Я хочу высоту сбросить. Просто-напросто высоту сбросить, поэтому самое главное, чтобы нам крыло не оторвало, как я это говорил уже ранее. Так, ну прекрасно, можно сейчас вот небольшой круг тоже сделать, вот такую, да, петлю. Ну, не мертвую, мертвая петля, это вверх-снизу, да, или снизу-вверх, вот так вот. Так, прекрасно, 2,5, отлично, можно еще до 1500, наверное, вот снизиться. Самое главное, чтобы нас никто там не шатнул. Так, 400. Ну, давайте до 500 снизимся. Наберем скорость. Прекрасно. Отлично. В принципе, у нас есть два выбора. Либо бомбануть вот эти вот штуковины, которые у нас стреляют. Ну, зениточки, да, которые. Ну, или либо начать уже бомбить живые танки. Ну, чтобы найти эти живые танки, нам надо потрудиться. Так, нам уже начинает вести хороший сейчас обстрел. Давайте посмотрим, что там происходит. Понятно. Так. Вроде бы мы отлично. Сбрасываем. Самое главное сбросить скорость. И у нас ровно 1000 метров высота. А вот это вот сейчас самое нормальное получится. Так, прекрасно. Кто там? Средний танк? Средний, тяжелый. Я думаю, сейчас нас собьют. Да, нас уже потихонечку пытаются сбить. Конечно же, я вот так вот. Так, а кто? Отлично. И нас тут сбивают. Так, техника уничтожена. Так. Ну, понятно. Сбит ПВО. Как-то так, ребята, как-то так. Нам надо было сначала с ПВО разобраться, а потом уже продолжать свои делишки. Но, к сожалению, это так. Что ж, друзья, давайте мы на этом с вами завершим эту серию необычную. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Римас. Всем удачи. И комментируйте. До скорой встречи.